Ну что, Репти, вторая часть. Со мной сегодня Жора, поздоровайся. Сам Гео Гейм, всем привет. Сейчас я начну себя запись и подушим сейчас. Let's go. Да, кстати, ребятки, я сейчас вернул запись. Жора уже начал запись, в общем-то, Репти. Хакер Про, угадайте, что это за аккаунт вообще. Как он назывался изначально? Может, кто-то знает. Ну что, let's go. Давай на раз, два, три. Давай ты будешь считать. Давай, раз, два, три. Я открыл. Бул Карл Бо. А у меня Бул смеющийся, Карл злящийся и Бо, который хлопает в ладоши. Давай я покажу. Вот, давай я покажу. Вот первая эмоция. Вторая эмоция, вот. Ага. Так, и первая эмоция сейчас я покажу. Ну, на Калет не очень, потому что Калет она из Брол Паса. И вот третья. Ну, вот, на самом деле, Калет и Гавс не очень, потому что они, считай, с Брол Паса. Да, это я согласен с тобой. Но у меня тоже упало на БК, на Бо, и еще кто-то плачущий, я не помню. А, злящийся Карл. Погнали, Ребзи, на другой аккаунт. Чё, ну что, Ребзи? Так, заходи на Аккаунт чемпион, злящийся Шелли, ворон плачущий и Бель. И Бель, которая показывает лайк. Ну а я, ребят, продолжаю. Аккаунт боксы. Аккаунт боксы, по-другому называется пидор, но это фановый ник. Опа, на очки сил на Джесси. Ой, на Джеки точнее. Блин, Джесси, Джеки. Let's go! Набор очков. Ай, блин, Пайпер, знаешь, когда злится, Джейк, который смеется, и Шелли хлопающая в ладоши. Да-да-да, а я сейчас на топчике забиваю пинг-пак. Ага, я покупаю гаджет на Булап, пускай он будет, почему бы нет. И let's go, давай-давай, говори, что... Так, бы как у тебя выпал на этом... На какой у тебя аккаунт выпал, это был какой ладится башкой, я уже забыл. Это который на пельмешке... Ну стоп, вроде... Ну я не помню, короче, на пельмешке... А, на Brawl Pass, либо на пельмешке. Ладно, ребятки, все, let's go на другой аккаунт. Ну что, Ребзи, аккаунт Путь Бравлера. Фух, сколько же у меня аккаунтов, это капец. Опа, на барлик печки села. Так, ну еще, где пины? Ага, вот пин. Давай на основе, ты на основе у меня есть в друзьях. Зайди на основу. А, на основе? Давай на основу, сейчас зайду обратно на основу. Тут набор значков и 60 удвоителей жетона, вообще круто. Ребятки, блин, сейчас уже хочу открывать. Вот, и понимаете, это второй подарок, это второй день. Мы будем каждый день Жоры снимать, даже если будут там монеты, мы все равно будем снимать, согласись. Да-да-да, согласен, Диан. Про... Следующий день это будет пикбокс. Да, я тоже думаю так. Опа, на совпаде Дрю Гео Геймс, блин, прикольно, кстати. Ну я выгоню, уже сам... А, я не могу. Не надо выгонять, пускай так красиво, типа, я тут сижу. Я все равно потом выйду. Погнали. Ну, выйду, потому что мне надо на другой аккаунт зайти. Погнали, набор значков. Блин, Карл бомбящий. Ну, сейчас покажу, сейчас ты все увидишь. Такой. Угу. Такой. Вот, два аккаунта. И вот так, вот на примата вообще прикольно, такой здоровый, такой улыбкой жирной. Ну что, следующий аккаунт? Путь рандома. Я уже устал теперь открывать, на самом деле, ребят. Я очень сильно устал. У меня этих аккаунтов миллион просто. Путь рандома. А ты путь рандома. Ты у меня есть. Выгони хакера, выгони хакера. Хакера выгони. Я сейчас этот отправлю приглас. Ага, все. Все. Let's go. Блин, Брок злящийся, Брок в очках и Поко. Я все еще верю в то, что мне может Кольт выпасть. Я офигею, если он выпадет, Джор. Бля, я поздравляю, ты выиграл в этом паттере. Не, ну если выпадет, он же не выпал еще. Ну если выпадет. Во, капец тут пины офигенный. Джеки с любовью. Ебать, Джеки бомбящая, ты че, какая она красивая. Бля, давай еще. Ну не, ну мне выпали такие, но у меня оказывается когда-то были такие пины. Я даже не помню, что у меня было на Джеки. Ну, такой выпал, такой, и на Джеке вроде какой-то бомбящий. Ребятки, ну что это, там заключительный аккаунт, let's go. Роза эпическая! Роза эпическая, спасибо, братан. Два эпика тебе выпало. Да, братан.
Офигеть, погнали дальше. Проекция, я не знаю, есть ли тут Джора в друзьях. Нет, у меня тут вообще друзей нету. Давай, давай тогда ты... Давай, давай. Давай... Ну что, Ребзи, let's go. И хотя мы Жоры узнали то, что, возможно, будут давать гемы, если им дадут, то он будет открывать Brawl Pass. Ждите, я буду ему говорить, ему что падает, это будет жестко. Ну что, набор значков. Кольт. Кольт выпал с этими, с хлопающий кольт. Это не со звездочками, но хлопающий, прикольно. Да, прикольно вообще. Блять, именно как... Ребят, стоп, а может у меня еще есть какой-то аккаунт? Я вот не знаю. Стоп, стопэ. Ну что, ребят, Считаю, да. наверное, я победил. Конечно, вообще нам кольт не выпал. Ну да. Ебать, что тут за... Что случилось? А где пины? А где пины? Смотрите. А, они собраны были, забей. Ну, тут аккаунт, короче, не мой аккаунт. И тут уже пины собраны. Ладно, я открою за старки мегабокс. 5. Блин, На каком Ребзи. аки играешь? Ну что, Ребзи, в этом раунде я побеждаю. Ну, Жора, ты не грусти. Не расстраивайся. Да не Все останавливаюсь. равно у нас Главное. дружеская, у нас не было такого то, что кто победит, тот, блядь, топ, а кто не победит, тот лох. Ёб, такого же не было. И сейчас еще Лига клубов Да. закончится, ребятки, ждите, мы с Жорой снимем ролик про Лигу клубов. И Так они снимут. еще бонусный квест. Да, кстати, я говорю в ролболе, он хоть там 250, но все равно неплохой квест. Но карта в осаде это просто дерьмо, блядь. Кто это сделал, я не понимаю. Ну ладно, ребятки, такой вот получился видосик. Вот он мой золотой кольтик. Блять, но все равно, вот золотой кольт, но все равно офигенный. Я вам Да, отвечаю то, что естественно. возможно я... Ну, вряд ли, конечно, я выберу пинера. Вот если будут давать эпические, это будет охуенно. Ребят, я... пинпак бесплатный в Brawl Pass я пока забирать не буду. Ну, пинов вообще, ну, пины неплохие, согласись. Мне нравятся эти бомбящие на тару, на стю, они реально офигенные. Ну, ладно, Ребзи, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока. Жора, прощайся. Всем пока, с вами был Евгений, всем пока и удачи вам. Да. И завтра увидимся.